Весь мир отмечает День студента. Этот день в 1941 году учредили участники встречи стран, боровшихся против фашизма. 17 ноября принято проводить демонстрации, посвященные солидарности студентов. Это праздник за светлое будущее без войны. А чем вам запомнилось студенчество? Мы спросили у жителей Мирного. Мне понравилось общежитие. Во-первых, у нас был всегда порядок. Во-вторых, мы следили, кто будет дежурный, кто не дежурный. Друг другу помогали, замещали. Ну, было довольно-таки интересно. Разные профессии были, интересно было общаться. Самое интересное, получается, там же очень много народу. И новые знакомства, друзья, все дела, типа, волонтером стал. Вот оттуда у меня пошло волонтерство. Я был волонтером года. Больше всего мне запомнились вечера с соседками, вот когда мы вместе собирались, там делали домашку, веселились, там истории рассказывали, вместе готовили. Вот это мне больше всего понравилось. На практике самое интересное вот то, что было, то, что на объекты получилось поездить, посмотреть для себя, как там это все работает, как устроено. Ой, это непредсказуемо, это такое ностальгия сейчас. Ну, я не знаю. Вот как бы на картошку ездили, когда вот какие-то вечера мы делали. В общем, не передать словами.